Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. Мы продолжаем проходить игру Fallout 4 и ищем все так же охотника. Так. Куда-то мы с вами приближаемся. Охотник где-то еще выше. Насколько вы можете видеть, тут еще камера. Ник, стой! Стой, твою мать! Hey, think you can unlock that terminal? Good plan. О, успел. А то же попер куда-то. Куда ты собрался? It's all yours. Молодец. Так, давайте посмотрим, что в этом терминале. Управление турелями. Так. Отключить, конечно. Угу. Все. Опять-таки, можно не опасаться турелей. Ух ты. Это что? Заряд плазмы. Слушайте, заряд плазмы, наверное, вот для того, что мартышка Дженглс, посмотрите на ее выражение лица. О, жесть. Возьму, подарю какого-нибудь ребенка. Заряд плазмы, наверное, как раз таки для вот этот пистолет, да, который мы использовали. Нашли вот этот гамма-пушка. Хотя нет, написано 74. Ну, бог его знает, можно попробовать пошмалять в синты из него. Не знаю, насколько это будет. Хотя нет, это бесполезно, да? Скорее всего, да. Я из него пробовал стрелять по этим тварям. Ну, урон там вообще незначительный. Поэтому мне кажется, что и по синту будет бесполезно стрелять. Стелс-бой. Вот что такое стелс-бой? Давайте посмотрим. Может, мы найдем. Так, вопрос только, где он находится. Разное. Может быть, здесь? Нет, соляная кислота. Хлам. Модификация. Может, модификация? И боеприпасы. Ну, не в боеприпасах точно. В хламе, может? Нет. Ну, тогда я не знаю. Вот ей-богу. Что такое стелс-бой? А, может, он в помощи? Стейк. Стелс-бой. Вес 1. Его еще можно назначить? Давайте назначим. Слушайте, это, наверное, когда Келлога, помните, мы убивали? Он уходил в невидимость. Ну, то есть в стелс. По-нашенски. Так вот, наверное, вот это и есть эта самая забавная вещичка. Если это так, то это очень прикольно. Мина, что ли? Ну да. Импульсная мина. А импульсная мина нам может пригодиться. Точнее, нам даже пригодится, пожалуй, импульсная граната. Ну, это против... А давайте, кстати, сразу установим, что у нас там есть импульсного. Ну, против синтов вообще-то это должно помогать. Так, оружие. Импульсная граната. Одна... Я даже не знаю. Давайте вот так. Импульсную мину. Если мы поставим, то по идее сейчас у нас как раз мина стоит. Мы сможем ей, если что, воспользоваться. Ну так, это на всякий случай. Пока можно поставить коктейль Молотова. Просто, скорее всего, нам...
anything useful? Блин, опять, что за жесть там? О, если он... Да ну да. Если он такой жесткий, как вот нам показывают, то просто не выстоять против него. Отступайте на исходной позиции, охотник идет к лифту. Да он, походу, не идет, а ползет с такой скоростью. Масленка. What? Что? Got him. Вот они. Еще? Конечно же, конечно. Так. Keep firing! Продолжайте, ребята, продолжайте. Эй. Вот так. А, кстати, да, слушайте, против Синта надо будет использовать же вот это, скорее, ну, лазерное оружие какое-то. Как бы не забыть поставить перед тем, как мы будем с ним воевать. Даже не представляю. Ядерная батарея. Давайте возьмем лазерный пистолет. Я не уверен, но может с него можно получить кристалл. Я хотел улучшить винтовку. Вот как раз таки импульсную или какая-то. Что-то в этом роде. Вот. Но чтобы ее улучшить, нам необходим кристалл. Откуда его брать? Я, если честно, не знаю. Может быть, там, с какой-то электроники. Что, не будет молока? Ну, дай молочка. Но, походу, не видать нам молока, как и самой коровы. Опять кегля. Я вам говорю, можно боулинг целый сделать. Так, а где лифт? А, лифт, наверное... Выход где-то здесь к нему будет. Охотнику нужна девчонка. Все, кто живой, немедленно поднимайтесь на верхний этаж. Это приказ. Ага. Охотника стрелков. А это была женщина, да? А что это за костюм? Костюм охотника стрелков. 2-2. Выбрасываем. Выбрасываем это дерьмецо. Надо сохраниться. Тут начинается жесть. Так, есть. Угу. А я вижу. Я вижу. Так, вон граната, вижу, висит. Но надо сходить сюда. Мало ли тут что-то есть. Но, блин, нифига тут нету. Вообще. Хоть бы, я не знаю, пачку сигарет кинули. Круто, нам граната даже досталась. Ништяк. Ништяк. Могут же быть еще ловушки, правильно? Но мне другое интересно. Против Синта, наверное, нет смысла использовать вот этот стелс-бой. А знаете почему? Ну это ж Синт. Господи. Ник. Ты главное не иди вперед меня. Тут мины на потолке вижу. Вот здесь надо разминировать. Took some bright minds to build a place like this. It doesn't have to be the day you die. Так. Обезвреживаем. Отлично. Что, мы уже дошли, что ли? Нет, еще на этаж выше надо подняться. What the? Let's rock! Got nothing. Давай. Ну попади в него. Что ты такой мазила? Ник, я тебя поднимать не буду, ей-богу. Давай.
Yeah. Рядовой стрелок. Крышка. Неплохо. О. Просто хедшот. Один выстрел, один труп. О. Да мы можем открыть и этот замок. That's it. Да тут что-то есть. Психа два. Два психа. Так, очухался этот Ник. Легкий. Пусть идет открывать. О! Блин, сложно. Really strong. Ай-яй-яй-яй-яй. Ник? Look alive. Ника. Открой терминал. Think you can unlock that terminal? Давай, давай. Sure. Шевелись жопой. Чего? О, ну наконец-то, созрел. Созрел наш парень. Так, когда нам уровень дадут? Хочу уровень. Еще чуть-чуть осталось. Очень хочется прокачать уже Bingo. Вот это умение, и пусть у нас будет способность открывать все замки уже. Так, управление прожекторами. Активировать освещение. А зачем нам это надо? Не знаю. Управление оптической ловушкой. Активируем. Так, активация. Все? Почему? Я не понял. Почему она не активирована? Управление замком. Деактивировать замок. Не знаю, что мы там сделали. И управление турелями. Отключить, да? Системная диагностика. Сейчас посмотрим. А, ну, мы ее взорвали. Ну, отключим на всякий случай. Так, а что такое оптическая ловушка? Поможет она нам в борьбе с этим охотником? Или нет? Так, что у нас есть из оружия лазерного? У нас есть вот такая винтовка. Сейчас надо глянуть по урону. По урону. Вот так. Импульсная мина. Мы... Давайте поставим. Так, гамма-пушка. 114 урон. Неплохой. Совсем неплохой. Коллиматорный нет. Лазерный пистолет 33. Блин, пусковой установкой мы что вот жахнем. Сфокусированный пистолет 36. Ну или дробашом его можно накрепить. Ну-ка. Эй. Блин, что ты спрятался? Открой еще вот этот замок. Давай, давай, Ник, ну быстрее. Мы тут сильно долго на одном месте трёмся. Ты вообще какой-то нерасторопный парень. Можем, конечно, с дробаша. У нас 56. Это тебе не дробаш, а двустволка просто. Ружье, да? Управление прожекторами. Да блин, это то же самое. Нахрен оно надо. То же самое-то. Мы, кстати, можем проверить, да, вот нашу... нашу двустволку в действии. О, интересненько. Интересненько. Ящик. Опс. Так. Ну, не могло это случиться. Не сейчас, конечно. Давай. Да что у тебя? О. Sweet. Ну, я надеялся на что-то более существенное. О, так. Что здесь у нас? Жестяная банка нахрен не нужна. Лучше бы дали алюминиевую.
Тут у нас ни хрена нет. Сейчас еще на ту сторону. Тихо, тихо. А, это прожектор. А, ну, короче, если по стелсу бы мы шли, то могли здесь отключить все, там, прожекторы отключить, турели отключить. И незаметно их там всех перебить, но... Но мы шли не по стелсу. Все, движемся дальше. Хотя я не знаю, наверное, лучше поставить вот эту пушку против синтов, она урона больше наносит. Так, стимулятор. Крышка. Ну и смотрите, есть немножко здесь чего-то. А точнее, тут нет ничего. И все, да? С этой стороны еще какая-то комнатка. Тут у нас колба. Ну, чистящее средство, разве что с изолентой. Короче, смотаем его и помоем, да? Кто сможет взять? Нет. Нам необходимо сохраниться. Все, мы это сделали. Надеюсь, это лифт. Поехали. Ник, заходи. Ну, как хочешь. Так. А пока мы едем, надо прикушать что-нибудь. Собачий стейк. Да, вполне. Давайте посмотрим, что у нас есть из вот этих препаратов. Психа. Урон плюс 25, сопротивление урону 25. А чё, неплохо, да? Еще автосохранение тут у нас. Так. Fucking kill! Красавчик. Так, терминал очень сложный. Go ahead. Wait there. Да, блин. I'll stay put. Нет. Come on. Can do. See what you can do. Иди открой терминал. Done and done. Блин, может я зря так рано сожрал? Я думал. Я думал, что мы уже добрались куда надо. Sure, that was gonna do it. Fucking kill! А, класс вообще. Let's try a slightly different approach. Жесть, просто. Let's see about this. Damn. I'm sorry, not happening. Что, ничего не выйдет? Hey, давай попробуй еще раз. Смотрите-ка, он очень сложный терминал, даже открыть не может с первого раза. Так, а где мы можем посмотреть, сколько будет действовать вот этот вот психа? Посмотрите на картинку. А, жесть вообще, такой язык упоротый парень. А, я даже не знаю. Locked out of this one. Понятно. Ты лузер тоже. Такой же, как и я. Блин. Придется еще одну хавать. Психу. Ладно, давайте. Открывать дверь. И заходить. Так, я думал, это уже синт там говорит. 12 метров еще. Вот здесь, что ли? Да. Я не знаю пароль там. Кто-то говорит. Я тебе не верю. Господи, не надо. Пожалуйста, не надо, не делайте этого. Так. Терминал. Ник. А ну-ка. Эй. Do something for you. Давай, терминал. Открывай. Это легкий терминал, ты должен справиться. Так, а сколько оно будет действовать, вот это психа? Где мне посмотреть это? Показать эффекты. Ну,
Ну, плюс 25 и это я понял. А вот сколько оно действует, мне непонятно. Нам, конечно, напишут, когда оно перестанет действовать, но тем не менее. There we go. Hey. Так, еще вот сюда. Think you can unlock that terminal? Открой тут еще. Count on it. А мы пока здесь полазим. Управление дверью. Открыть. Что? Занято? А, ну типа мы ее нажали открыть, да? Что-то здесь как-то, как бы вам сказать, ни хрена нету. Немножко патронов на винтовочку нам перепало. Да и, пожалуй, все, да? Блин, даже никакого журнала нету. Давайте журналы. Так. И тут открыть можно. О, да. Чё здесь, чё здесь? Вы знаете, с той стороны я ошибся. С той стороны кое-что было. Блин, надо еще заглядывать, видите, в ящике. Прям тупо в выдвинутом ящике лежало. А в ведро не надо заглядывать. Ну нет, похоже, похоже, ни хрена нет. Ладно, идемте. Да блин, когда мы уже доберемся? Вас обнаружили? Кто нас обнаружил? Там лестница. Куда идти? Что-то трупы старые какие-то. Опа. Бутылка из-под пива, да? Ну да. Ну идти по-любому нам тогда по центру. Но здесь тоже необходимо ознакомиться с помещением, так сказать. Так, зачем мы сюда поднялись? За чипсами, елки-палки. Тайник с крышками. 20 крышечек нам. Крысиный яд. Да, Ник, коллекционирует, что поделать. Психа действует еще? Да. Еще упоротый. Что ж, тогда поднимаемся. Поднимаемся и готовимся к теплой встрече, да? Еще крысиный яд. Вот, психа больше не действует. Все, нормальный такой сразу. Я такой четенький. Так, ну вот, наша цель уже совсем близка. Блин, мне нравится, как он упарывается. Опа, мужики. Тебе нужен синт? Да, я хочу помочь Синту. И ты думаешь, я просто так тебе ее отдам? Ты уже давно следишь за мной. Что тебе на самом деле нужно? А что это за Синт вообще? Беглянка, собственно, с института. Я выключу ее и приведу обратно. А ты умрешь, как и все эти люди. Вау! Да блин! Мину? Отлично. Ё-мо, там что-то лежит жестко. Валентайн, тихо. Блин, я его не вижу, вот он в стелс ушел. Натя. Ух ты, ё. Иди сюда. Давай. Давай. Оу, е! Чё? Да он не такой уж и сложный был, я вам скажу. Больше запугивали. Берем пистолет. Нет, ну нет. Может, хотя у нас... О,
есть психа. Я все ржу с того, как он, когда психа принимает. Fucking kill! Ну, молекулярный уровень. Что? Что значит начато? Я ничего не принимал. О, жесть вообще. Да у тебя взгляд. Да подождите. Так, давайте посмотрим, что за костюм охотника. И вообще, где он? Форма охотника. 30, 15, ну и 15 от радиации защищает. И дает 1 к выносливости и восприятию. А костюм Келлога просто. Так что, надеваем, конечно же, форму охотника. И смотрите, у нас 270. Перевес, конечно, у нас неплохой. Так, heads up. Давайте обменяемся с ним. Сейчас посмотрим. Оружие, где оружие? Оружие, так вот, пистолет этот ему отдадим. Институтский подарим. Так. 280. Коллиматорный гладкоствольный с патроном. Лазерный пистолет. Пожалуйста. 2. Охранный прут. Так. Пусковую установку. О, нифига пусковая установка весит там. Не кисло, походу. Что это? Заряд. Заряд. Это заряд от толстяка. А вот это, я так понимаю, сверху толстяк и лежит. Сейчас мы обязательно возьмем его. Блин, ну как же круто звучит это, да? Когда он упарывается психа просто. Так, люди. If you're going to kill me, then do it. Hey. Don't shoot. Не стреляй. Да не буду. Excuse me. Please, don't hurt me. Hey there. Get away from me. Отойди. Чё, жесть. Так, берет и зеленая бандана. Стрелка, костюм. О, бандана, слушайте, прикольно. Вот у нас бандана. Так, давайте побеседуем с ней. Он это заслужил. Я знаю, что ты здесь не из-за меня, но я в ловушке. Сама я уйти не могу. Я верю, что ты мне поможешь. Это все, что мне осталось. Так, ну мы знаем, что она синт. Ну давайте еще раз спросим. Кто ты? Открой дверь, тогда и поговорим. Я не сбегу, честно. Похоже, пароль у тебя уже есть. Веди его, чтобы разблокировать терминал, и открой дверь. Ладно, давайте. You're going to kill me, then do it. Так, пароль ввели. Открыть дверь. И включить лифт. О, идешь? Thank you. Thank you. Спасибо, даже не знаю, что и сказать. Who are you? Кто ты? В институте меня называли К198, но я называю себя Дженни. Я Син, как ты, наверное, догадываешься. Я знала, что за мной пришлют охотника. Просто не думала, что он найдет меня так быстро. Я даже думаю, что смогла бы уйти от него, но потом меня поймали эти наемники, и произошло то, что произошло. Thanks again for your help. Еще раз спасибо за помощь. Я сначала запасусь всем необходимым, потом уйду. Ах да, спасибо. Дальше я справлюсь сама. Содружество не прощает ошибок. Если я хочу выжить, мне придется всему научиться самой. Может, мы еще встретимся в другое время, в другом месте. Я надеюсь, что встретимся. Ну, давай, удачи. Слушайте, а этих... этих... нельзя... You're going to kill me, then do it. Hey there. Раздеть. I don't want to die. Здравствуйте. Я не хочу умирать. И с вами приятно поговорить. Так, молекулярный уровень. Провести анализ чипа охотника. А, вот оно что.
Так, нам же надо взять толстяка. Психа больше нет. Ой, классная вещь, это психа. Крышка, так, генетически калиброванный, усиленный. Кто-то там. Ох, как мы будем медленно идти. Терминал. Дистанционное управление дверью. Открыть дверь. Все, открыли. О, и уровень нам дали. Эй, иди сюда. О, подождите, выход куда-то. А, ну это мы с вами на улицу вышли. Симпатичное местечко. Да, Ник, симпатично. Давайте осмотримся. Кстати, мы можем Нику что-то дать? Внимание? Да нет, не внимание. Обмен. А, давайте ему толстяка положим. Вот так. И мы можем бегать снова. Патроны. Приятно. Приятненько. Что ж, заходим внутрь, нам нужно спуститься с вами. Так, эти уже свалили наемники. Так, поставим, пожалуй, наш пистоль. И давайте выходить, да? А, подождите, возьмем машинку, потому что нам по-любому санчуари потом. А раз нам санчуари, то мы можем хлам весь скинуть. И, пожалуй, я еще раз вот здесь осмотрюсь. Ну, мало ли. А, вот видите. Деньги. Деньги чуть не профукал. Правда, не знаю, что с ними делать, с этими довоенными деньгами. Если есть какие-то соображения, то пишите. Пишите об этом. Поехали. Прощай, Ник. Привет, Ник. Ну ты, блин, и монстр. Если честно, по-моему, вот тех, которые с коктейлями Молотова кидались, мужики, было сложнее завалить, чем, чем собственно, этого грёбаного охотника. Так, а мы тут раньше были или нет? Что-то не припомню. А, были. Нам вот сюда. Да, точно. Так, а теперь давайте посмотрим, где наше задание в добрососедстве. Что ж. А, я так понимаю, нам нужно попасть к доктору Амари. Good neighbor. Lowest place in the Commonwealth. Everything not nailed down rolls through here at some point. Пойдемте, пойдемте. К Амари. Ну да. Memory Den, заходим. И вот она. You're back. С возвращением, светящееся море. Вирджил, что произошло? Мне удалось найти Вирджила. Он знает, как попасть в институт. Но мне нужно извлечь код из чипа охотника. Чип охотника? На вас напал охотник? О, Господи. К сожалению, тут я не смогу тебе помочь. Я работала над многими синтами, но над охотниками ни разу. Я даже не знаю, что это за чип. А уж расшифровать тем более не могу. Но я знаю людей, которые смогут. У меня есть выход на одну организацию. Скажем так, из всех, кого я знаю, только у них есть шанс взломать систему безопасности института. Их группа называется «Подземка». Подземка? Они помогают синтам сбежать из института. Я не знаю, кто они. Обычно их агент просто приводит ко мне синта, которому нужна новая память. Один из них дал мне кодовую фразу. Сказал, что он поможет мне найти их, если возникнет такая необходимость. Следуй по пути свободы. Удачи. Мне жаль, что я больше ничем не могу помочь. Надеюсь, у вас все получится. Путь свободы. Если вы помните, был робот-экскурсовод. Когда мы выходили с вами... Сейчас, дайте вспомнить. Из Diamond City. И шли как раз искать вот эту доктора Мари. Там по пути нам где-то попался экскурсовод.
робот такой. И, в общем, он там говорил про путь свободы что-то. He looked just like Sammy too. Sure as hell, то есть это синт. Institute thinks they can replace people with synths in this town. Так, шпилька, шашлык из белки, деталь синта. What am I gonna tell his mother? Ну что, неплохо, нам кое-что перепало. Ладно, друзья, давайте мы с вами уже продолжим в следующей части, когда доберемся до этого чертового робота-экскурсовода, с ним побеседуем, найдем путь свободы и двинемся по нему. Всем спасибо за просмотр, не забывайте оставлять комментарии, ставить лайк и до скорых встреч. Пока-пока.